Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый летний сезон, который продлится с 9 по 16 мая, а также про обновление под номером 9. В первую очередь в игру был добавлен новый проект под названием «Дело номер...». В него включено 10 глав, а сам он находится неподалеку от замка Бамбара. Но за прохождение всех 10 испытаний вы получаете новый костюм манекена для краш-теста. Следующая часть обновления будет интересна любителям онлайн-гонок. В игру была добавлена возможность настроить свое приключение. Здесь можно выбрать класс автомобиля и категории гонок, а также возможность отключения столкновений. Также в сетевых приключениях было добавлено небольшое нововведение. При обнаружении большой разницы в скоростях более быстрый автомобиль может превратиться в призрак. То есть, если кто-то преднамеренно хочет вытолкнуть вас на повороте, у него это не получится. Также обновление включает в себя кучу мелких доработок, о которых я рассказывать не буду. Лучше я расскажу вам о том, что приготовил для вас летний сезон, а также серия сезонов. Для получения 100% в этой серии сезонов вам опять необходимо пройти соперника месяца и квалификацию в сетевых приключениях, а также пройти новый проект под названием «Дело номер». За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Morris Traveler, а за прохождение на 80% вы получаете автомобиль Volkswagen Type 2 Forza Edition. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Quartz Regalia, а за прохождение на 80% автомобиль Hot Wheels Bone Shaker. Теперь я расскажу о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» в командном спринте по Эдинбургу вы получаете футболку «Триал». За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в кольцевой гонке на ретро-автомобилях в Астмуре вы получаете красный гоночный костюм. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в уличной гонке «Бродвейская переделка» вы получаете автомобиль «Charger Daytona». И за первое место против драйватаров уровня «Опытный» в спринт-кроссе у водохранилища Derwent вы получаете автомобиль Mini Convertible. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам про новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Лучший продукт Вустершира». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Morgan 3-Wheeler. А все, что от вас потребуется, просто выйти из гаража. Следующее испытание называется «Любовный треугольник». Для его выполнения вам понадобятся дрифт-зоны. А для прохождения испытания вам необходимо суммарно набрать 6 звезд за эти дрифт-зоны. Следующее испытание называется «Жажда внимания». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику «Выпендреж» один раз. Техника выполняется в гонке, а чтобы ее выполнить, вам необходимо обогнать соперника в дрифте. Последнее испытание называется «Это машина или трицикл». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику «Сквозь игольное ушко» 5 раз. Чтобы выполнить эту технику, вам необходимо проехать между двух автомобилей. Проще всего ее выполнить, если перейти в режим Horizon в одиночку. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить редкий пароходный гудок за 100 очков и эпический джемпер Timeless. А также редкий автомобиль Lotus Elise 111S за 625 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это автомобиль Aston Martin Vulcan Forza Edition за 650 очков. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!